Всем привет, друзья, меня зовут Давид, и вы находитесь на YouTube-канале R-Style. Я уже делал обзор на Amazfit Stratos, есть обзор на канале. Mi Band, разумеется, мимо не прошел. Ссылки на все эти фитнес-часы от компании Xiaomi можете посмотреть в плейлисте, либо я положу на каждую по отдельности ссылку под видео. Но я сейчас не о Stratos, которые действительно классные, шикарные часики, но я заказал себе Amazfit Bip, модель не новая, скоро появится новая версия, купил я ее недорого. Сейчас, по крайней мере, в Москве можно купить там от 4200, грубо 4 плюс доставка, короче, к 5 обойдется средние такие часы. Фитнес-трекер, часы, или, и как их назвать правильно, наверное, все-таки это будет фитнес-часы. Они, конечно, упрощенные по сравнению со Stratos, я расскажу отличия, но в основном это такой некий опыт использования, обзор Amazfit Bip. Итак, погнали. Первое, что о них я расскажу, это то, что часы легенькие, действительно легенькие. Единственное, ремешок не такого хорошего качества, как на Stratos, но сравнивать их глупо, потому что эти часы Stratos, грубо говоря, в два раза дороже стоят, но и батарейка здесь садится быстрее, здесь батарея вообще неубиваемая. Даже если вы поставите частоту сердечного ритма, как я и сделал последние два дня в настройках телефона, то такое чувство, что падает заряд вообще процентов на 5-6 в день максимум. Притом постоянно синхронизировано с телефоном. И если вы отключите постоянную проверку сердечного ритма, то есть вот она, сейчас, кстати, работает, не знаю, видно на камеру или нет, зеленые вот эти вот светодиоды, то процента 3 за день. Более 1000 часов в режиме ожидания, заявляет производитель. Ну давайте по порядку. Ремешок. Я советую, конечно, если покупаете, то не пожалейте, купите такой вот дырчатый ремешок. У меня знакомый купил такие часы и взял не родной ремешок, а дополнительный. И действительно, рука устает меньше. Ну, как устает? Не то, что в них руки потеют, но по ощущениям, вот Stratos намного более комфортно при ношении, чем Amazfit Bip с родным ремешком. И там, и там. Поэтому ремешок лучше купить отдельно. И не столь он и дорого стоит, будет просто комфортнее носить. В остальном ничего плохого про них не скажу, часы очень удобные. Я говорю, единственное, некий дискомфорт из-за ремешка есть, но незначительный, я привык. Часы у меня уже около дней, наверное, 15, грубо говоря, приблизительно. Единственное, я вам буду показывать статистику, там будет отражено у меня, по-моему, 6 или 7 дней, потому что я сменил телефон и учетную запись... Пароль просто, смешно говорить, просто пароль я его забыл, поэтому пришлось новую учетку делать. Итак, сами часы имеют одну единственную кнопку нажатия. Это кнопка назад, либо кнопка разблокировки. Самое главное, что, конечно же, есть очень гибкие настройки. То есть, когда вы, например, спите, вы можете отключить функцию подсветки экрана. Очень просто, потому что, когда вы поворачиваете запястье, то экран зажигается. Технология экрана такова, что на солнце, когда на него падает какой-то свет, он отражает свет и видно все. Единственное, хоть какой-то источник освещения нужен, поэтому подсветку можно не включать. Хороший вопрос. На последней версии, вот я использую Mi Fit, потому что, к сожалению, есть такое замечательное приложение Amazfit, и Stratos'ы подключаются, а Bip, к сожалению, вообще никак, там их просто нет. Пришлось использовать Xiaomi'ское приложение, именно Mi Fit. И там нет даже настройки ни в часах, не в приложении, нет настройки яркости экрана. Но я ее не трогал, и без этого все очень хорошо. Вообще, настройки здесь крайне минимальные. Опять же, сравнивая, я не обещал сравнивать со Stratos. Это более громоздкие, более дорогие часы. Здесь больше фишек. Даже просто прогноз погоды, грубо говоря, здесь на неделю. А здесь только на один день мы видим. Но, несмотря на это, все равно самое необходимое есть. Активность здесь, например, бег есть, беговая дорожка, велосипед, ходьба. История записи, да и все, в принципе, и настройки. Часы крайне простые. Крайне простые. Если вы не любите эти дебри настроек, то, в принципе, подключили один раз. Единственное, советую скачать отдельные темы. Есть на маркете, потому что темы родные, мне ни одна не понравилась, они какие-то отстойные. Я скачал на русском языке специальное приложение, поставил, заменил родную тему на более комфортную для меня, интересную, и пользуюсь. Из минусов, ребята, Stratos не привирал. Когда еду в маршрутке, не знаю, там, в метро, эти немножко привирают. Не сильно, но я бы сказал, процентов на 5, а то и на 10 шагов больше считают, когда едешь в транспорте. Может быть, дело в текущей прошивке. Обзор снимается в январе 2019 года. Прошивок на них куча, но я ставил официальную. То есть вытащил из коробки, подключил, поставил, все на русском языке, все обновилось. Что про них еще хочется мне вам рассказать? Часы водостойкие, разумеется. В сауне я их неоднократно уже испытывал, в бассейне плавал, проблем никаких нет. Нравятся ли они мне? Лучше враг хорошего.
Если коротко, то Stratus, который в два раза дороже, грубо говоря, конечно же, они более совершенные. Здесь куча разных настроек. Можно. Здесь, кстати, еще я не нашел, как ни странно, если вам нужно просто измерить пульс сейчас, ни в приложении, ни в часах такой возможности нет. Может быть, в какой-то другой прошивке версии нет, но здесь только либо без перерыва пульс меряет, без перерыва, либо никак. Сон отслеживает достаточно точно, разницы со стратусами я не обнаружил, сон отслеживает без проблем. Имя входящего на русском языке, если оно в записной книжке, конечно же, синхронизируется, но нужно вручную поставить, дать разрешение, но это стандартные процедуры, как я понимаю, и для Android, и для Apple. И какой-то большой разницы в функционале между стратусами нет, просто там настроек намного больше. Здесь же все просто, сами часы, прогноз погоды вот на один день, больше вот как я не кручу, не нахожу ничего. Статус, активность, погода, китайские платежи, Alipay, будильник, таймер, компас. В принципе все. К чему? Нравятся ли они мне или нет? 50 на 50. Вот если честно, я их купил просто для теста. Понимаю, что они не новые, я купил их со скидкой хорошей. Потом как-нибудь обзор сделаю про это уже накипевшее Пандао, потому что мне пришло почти все, что я заказал, кроме моего Xiaomi Mi Mix 3. Это просто ад. И они до сих пор молчат, и мне очень обидно, я за него свои деньги отдал, 25 тысяч, пока не получил. Но я получил Mi Mix 2S, я получил Honor 10, я его заказывал, он уже не понадобился, я его быстро продал. Получил часы давно там, получил, блин, чай китайский, я реально заказал чай. Но они молчат до сих пор по поводу моего Mi Mix 3S. Обидно. Ладно, суть обзора, коротко. Часы, безусловно, хорошие. Здесь достаточно простой, но хорошо читаемый на солнце экран. Часы отслеживают, пусть немножко проверяют в транспорте ваш путь. Сколько вы прошли. Часы очень качественно отслеживают, мониторят ваш сон. Конечно же, вы можете посмотреть статистику. Часы соединяются без проблем. Единственное, иногда, не знаю, я подключил его к Huawei Mate 20, который я до сих пор пока не вернул, пока с ним хожу еще, хуавейский, это не мой, это у компании Huawei взял на тест. Подключал, говорю, к Mi Mix 2S, и иногда, пару раз, ну не за день, ну, по-моему, каждый день была связь прерывалась. Это не было не на Xiaomi на обычном, на браслете, не на стратосе. Не знаю, может быть, дело в Huawei. Не хочу грешить зря, но связь почему-то иногда прерывалась. Но в остальном работало все четко, кроме тех минусов, что я вам рассказал. Возможно, дело в прошивке, и надо было, может быть, заморочиться, залезть куда-то на фор PDA. И наверняка какие-то энтузиасты сделали прошивку намного лучше. И наверняка есть какое-то приложение лучше, чем Mi Fit, вот это вот оранжевое фирменное приложение Xiaomi. Не знаю, но я привык тестировать так, как тестирует обычный человек. Я в этом разбираюсь, но я рассказываю вам опыт использования из коробки. Вытащил из коробки, надел на руку, подсоединил, обновил, пользуешься. Заряжаются они с помощью кредла, ставится в него, вот сюда вот. Заряжаются быстро. Батарейки, как и говорил, хватает очень надолго. Это те часы, которые, ну считайте, по 3% за день. То есть, ну на месяц растянуть можно. Это безумные цифры просто. И действительно, вот я уже 6-7 день, 85% осталось, ребята. Это просто шик. Это в плане автономности, это реально круто. Можете зарядку с собой не брать, поехать куда-то в дальнее путешествие. В принципе, все про них рассказал. Еще раз акцент. Обязательно качайте с Play Market или с App Store. В Apple не знаю, в Android, да наверняка есть, в Android точно есть. Сторонние темы, потому что родные темы убогие какие-то. Да в принципе и все. СМСки приходят, все корректно, все читаемо, разумеется. Сообщения, как говорил, все видят на русском, вашу записную книгу видят. Все удобно и комфортно, кроме неких мелочей. Это конкретно то, что иногда у меня почему-то прерывалась связь с ними, иногда. И то, что в транспорте считает. В остальном функционал отличный. На этом у меня все. Как всегда, я не прощаюсь, а говорю, будьте здоровы, будьте успешны, будьте позитивны. До новых выпусков. С уважением ко всем. Давид. Заказал много телефонов на тест из одного интернет-магазина. Ну, заказал в плане взял, не купил. Что я там на 200 тысяч, наверное, будет. Ну, не надеюсь, на 150. Скоро будет опять много обзоров на телефоны. Счастливо.